Урок 33. Давайте поговорим о карнавале. Бал маскарад. Der Maskenball. Последний понедельник масленицы – день карнавального шествия. Der Rosenmontag. Еще бы. Und ob. Как будто. Als ob. Переодеваться кем-либо. Успех. Дер Спящая красавица. Дорнрösхен. В любом случае, все равно. Зовизо. Принимать участие. Митмахен. Невидимый. Унсихтба. Dorothy Andreas Spoll, Gavarette Hören Sie gut zu. Festival. Nina würde uns ihre Karten für den Maskenball am Rosenmontag schenken. Hättest du Lust mitzukommen? Und ob? Als ob ich nicht immer dafür zu haben wäre. Aber wie verkleiden wir uns? Nina meinte, ich hätte großen Erfolg wenn ich als Unsichtbarer gehen würde. Oh, wenn ich dich den ganzen Abend nicht sehen würde, hätte Dornröschen doch keinen Prinzen. Macht ja nichts. Als Dornröschen würdest du doch sowieso nur schlafen. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Nina бы нам свои на в понедельник Ross. Nina würde uns ihre Karten für den Maskenball am Rosenmontag schenken. Hättest du Lust, mitzukommen? Und ab? Als ob ich nicht immer dafür zu haben wäre. Но в кого мы переоденемся? Aber wie verkleiden wir uns? Нина считает. Нина meinte, что я бы с большим успехом. Ich hätte großen Erfolg. Выступил в роли невидимки. Wenn ich als unsichtbarer gehen würde. О, oh, если я тебя не увижу целый вечер. О, oh, wenn ich dich den ganzen Abend nicht sehen würde. То у спящей красавицы не будет принца. Hätte Dornröschen doch keinen Prinzen. Ну ничего страшного. Macht ja nichts. Будучи спящей красавицей, ты все равно будешь только спать. Als Don Röschen würdest du ja sowieso nur schlafen. Вечеринка, праздник. Das Fest. Процессия, демонстрация. Der Umzug. Праздновать. Feiern. На здоровье, тост. Prost. Zum Wohl. Pachmelye. Der Kater. Jetzt sind Sie wieder dran. Was sagt man, bevor man trinkt? Na's Prost! Was hat man, wenn man zu viel getrunken hat? Man hat einen Kater. Möchten Sie perfekt Deutsch sprechen? Еще бы. Und ob? Формы сослагательного наклонения, которые мы обсуждали, употребляются не только для того, чтобы быть более вежливым, но и чтобы выразить предположение. Сравните. У нас есть время

Wenn er Alkohol trinken würde, würde er nicht mit dem Auto fahren. Я могла, я Wenn ich könnte, würde ich zum Umzug gehen. Глагол wissen, знать, часто употребляется в сослагательном наклонении. Если бы я знала. Wenn ich wüsste, если бы я знала, где костюм, я бы тебе это сказала. Wenn ich wüsste, wo das Kostüm ist, würde ich es dir sagen. Пожалуйста, составьте сложные предложения из простых, создавая гипотетические условия. У меня есть время. Я иду на парад. Ich habe Zeit. Ich gehe zum Umzug. Если бы у меня было время, я бы пошла на парад. Wenn ich Zeit hätte, würde ich zum Umzug gehen. Он сегодня не работает. Он празднует карнавал. Er muss nicht arbeiten. Er feiert Karneval. Если бы он сегодня не работал, он бы праздновал карнавал. Wenn er nicht arbeiten müsste, würde er Karneval feiern. Он не очень много пьет. У него нет похмелья. Er trinkt nicht so viel. Er hat keinen Kater. Если бы он не так много пил, у него бы не было похмелья. Wenn er nicht so viel trinken würde, hätte er keinen Kater. Период карнавала в Германии начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут и заканчивается за два дня до Пасхи, на Масленицу. Основные действия разворачиваются в течение последних четырех дней. В то время как только в нескольких городах Кёльне, Майнце, Мюнхене карнавал празднуется широкомасштабно с демонстрацией, проходящей в последний понедельник Масленицы, во всей остальной стране люди переодеваются в маскарадные костюмы и идут на маленькие вечеринки. Не надевайте слишком дорогой галстук в последний понедельник Масленицы, ведь если вас кто-нибудь увидит в нем, половину его срежут. Это традиционный трофей последнего понедельника Масленицы. Андреас и Дороти Поль пошли на бал Маскарад. Примите участие в их разговоре. Ich hole uns etwas zu trinken. Was hättest du gern? Скажите, что вам бы хотелось пива. Ich hätte gern ein Bier. Ein Kölsch? Скажите, что вы бы попробовали это, если бы вы знали, что это такое. Wenn ich wüsste, was es ist, würde ich es probieren. Das ist das berühmte Bier aus Köln. Скажите, что вы бы хотели его попробовать. Das würde ich gern probieren. Möchtest du auch etwas essen? Скажите, что вы бы съели что-нибудь, если бы вы знали, что у них есть. Wenn ich wüsste, was sie haben, würde ich etwas essen. Komm mit und schau's dir an.